Всем привет, ребят! С вами я, Полина. Сегодня я снимаю рисунки для скетчбука. Извиняюсь за то, что меня долго не было, что я пропала. В дальнейшем я постараюсь снимать для вас побольше, но я не могу это делать, потому что у меня 9 класс. Сейчас поехали рисовать. Для нашего видео нам понадобится вот такая вот пастелька. Ну, можно и другую, главное, что пастелька. Ластик. И карандашик. Вот, я уже немножко раскрасила даже за кадром, но сейчас с вами продолжу раскрашивать. Для этого нам понадобится пастелька темных цветов. У меня вот так вот она выглядит. Из нее мы вытаскиваем черные и приступаем к раскраске. Теперь мы берем вот такой вот темный, красный, и подкрашиваем также цветочки, которые вот у нас, вот я уже раскрасила, наметила цвета, которые будут. Что у меня получилось, можете сравнить, картинка будет вот тут вот, мой рисунок и вот картинку. А я надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите ему лайк. Сделайте кнопку подписаться серенькой. Пока-пока!